Georgia, write me up and all you, I want you in my arms, or let me hold you. I'll never let you go again like I did, or oh, I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Georgia pulled me in, I asked to love her. Once again you fell, I caught you. I'll never let you go again like I did, or I used to say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the darkness, but then I found her. I found you. Time.
time goes by so slowly, and time can do so much. All you still more. Тут я еще разбираю посуду. Ну, всякая посуда, вот там вещи. Здесь я уже все разобрала. Декор поставила. Горячительное. Сейчас сюда шашлыки придут. Там у меня видео загружается. Кухня уже здесь, все красиво. Шашлычки идут. О, какая красота! Молодец, и перцы болгарские сделали. Ой, капают. Ничего, ничего, протрем, не волнуйся. Какие красавцы. Вот этот нажарил. Чем тебе помочь? Подержать? Так. Ой, 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 ой. Бывает. Убежал. В раковину. Какая красота, Виталий. Хорошо, что мы мясо не брали, да, крылышки? Угу. Дофига. Да. Осилим бы их все. Осилим. Я смотрю, тут чуть-чуть болгарский перец не дожегся. Малость. Надо было подгореть еще больше. Ну, я могу отнести его. Ну, вот так прям жопкой поставить его. А так все. О, вот этот шикарный. Вот этот вообще самый вкусный будет. Вот этот классный. Вот так. Это жопкой и это жопкой. Вот, видишь, они сырые. Два штуки, да? Угу. Пришли перцы дожаривать, а я пока в доме была, вы посмотрите, что тут Виталик сделал. Мангальная зона. Крутяк, Виталь, какой ты молодец, ну вообще. Вот это я понимаю. Да клади жопами, где хвосты. Вот это сырой, да, жопой прям хвост. Ага. Ну, дожаривать их тогда придется сейчас. Ну и ничего страшного, мы с тобой тут посмотрим на наш участок, Виталь. У нас дача есть, ты ж помнишь? Мы тут будем смотреть все. Класс. Просто класс. Давайте покажу вам, как я тут все разложила. Тут у меня кружки, тарелки стали. Здесь понятно, что мусорка. Ложки, вилки, полотенца, еще что-то. В общем, так. Здесь у меня специи, масло, плита. Тут тоже разложила. Ну, еще есть свободное место. Тут у меня чай, кофе будет. Пока пусто. Ну, скоро будет полно. Ну, и здесь. Сейчас будем отмечать, какие мы молодцы. В обувницу принесла свои тапочки домашние. Вот так. Класс. И шашлычок. Красота. Веранду еще не показала. На веранде тоже там лежат всякие вещи. Здесь у меня моющее ведро, в котором я все мою. Ну и все. Куда не упасть, спиной иду. Конечно, еще порядок наводить. Но уже хорошо. Уже классно. И хозяин